Шокирующие кадры аварии в Омске. Появилась видеозапись ДТП на Красном пути у остановки Рабиновича. 17 января около полудня 23-летняя девушка на «Мерседесе» сбила 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Иномарка вылетела на тротуар, но других пешеходов не задела. На кадрах видно, пострадавшая начала движение на зеленый сигнал светофора, но не успела дойти пару метров, как загорелся красный. По правилам, пешеход имеет право завершить маневр, то есть дойти до тротуара. После столкновения женщина не смогла встать самостоятельно. Ее госпитализировали. В результате данного происшествия за медицинской помощью обратилась пешеход, женщина 57-го года рождения. Госавтоинспекции проводится проверка, по результатам которой будут установлены все причины и обстоятельства данного происшествия.